Освобождайте дорогу! Что заставило мужчину вести себя так? А, ну конечно. В жизни не видел такого странного человека. Любопытно. А почему нельзя пойти пешком? Воркопьяны меня ограбили! Гвардии! Очень забавно.
Загрузка. Загрузка. Сканирование. 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 Загрузка. 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 Это Энн. С Тьюрингом нужно закончить сегодня. Не рановато ли? Ты же уже арестовал его и накачал наркотиками. Он отказывается подчиняться. Он на самом деле пытается изобрести эти адские штуки, а не просто раздуть шумиху в прессе. Если у него получится. Ты понимаешь, сколько людей потеряет работу, если он создаст этих роботов? Мы должны сделать это ради всеобщего блага. А как же Кейнс? Ведь он доверял Тьюрингу. Речь идет о благе всего человечества. Кроме того, бездетный рабочий — это плохо. Нельзя, чтобы они перестали размножаться. Ладно, решать тебе. Сделай с ним то же, что с Гарри Уайтом, когда он пытался предупредить русских. Ладно. Прояви фантазию. Может, что-то из Библии?
Тьюринг любит эффекты. Загрузка. Зона карантина. Карантин снят. Воу-воу-воу. Vai, vai! Andiamo! Vai, vai! Oh-oh! Знаю это лицо, я уверен в этом. Не дайте ему уйти! Он ушел? Вон он, за ним! Только попробуй. Эй, не волнуйся. Куда он делся? Он там. Стой, я с тобой, покуда? Сейчас. Далеко он не уйдет. Куда он делся? А крыса попалась. Вперед! Черт, мы его теряем! Вон он! Не волнуйся, ему конец. Он ушел? Я вижу его. Отлично. Эккола. Бей его. А, как бы не так. Не волнуйся, мы поймаем этого. Он там. Стой! Я с тобой, брат! Держите его, парни! Больше я не буду больше я им не служу!
Подождите, это я уже... Не делай этого, пощади меня! Этот уши... Остановите его! Пецца ди мен! Дай! Бей! Вперед! Тебе это так не пройдет. Эй, ты, остановись! Этот плащ. Аспет он ман. Вперед! Запаться, он убьет. Thank you.
Здоровье! Вот и все. Заходите еще. Во-во-во. Aspetta. Aspetta, aspetta. Vai, vai! Guardia a cavallo di Roma! Oh, oh, oh. Andiamo! Andiamo! Thank you.
Давай, давай! Давай, давай! Andiamo! Aspetta! Vai, vai! Andiamo! Сообщайте страже обо всех замеченных преступлениях. Бай, бай! Во-во-во. Во-во. Andiamo! Andiamo! Aspetta, aspetta. Они не разрешают строить новые здания. Может, в другой раз. Адио! Кажется, это действительно рискованно. Thank you.
Откуда появились эти убийцы? Наверное, они пришли отсюда.
Thank you.
Я смогу снова забраться сюда.
Если я упаду, это мне пригодится. Отлично. Тут можно забраться наверх.
Последователи Ромула. Эти лжеязычники наводят ужас на жителей города, толкая их в объятия церкви. Как удобно. Именно. И я полагаю, что это письмо – доказательство того, что им помогают Борджи. Держи. Надеюсь, ты сможешь прочесть его. Кацо, новый шифр. Просто так не читается. Для расшифровки нужен ключ. Без него ничего не выйдет. На войне нужна не только логика. Ты же говорил, что у нас есть союзники. Так отведи меня к ним. Следуй за мной. Надо как-то бороться с этими ублюдками. Уже не баба, надо как-то бороться. Мы перемещаемся по тоннелям, чтобы не привлекать внимание стражи. Но многие ходы завалены. Таким образом, можно быстро и без риска попасть в нужное место. Ben trovato, Nicola. А, сеньор Эцио, приветствую. Фабио Орсини, к вашим услугам. Я много слышал о вас от моего кузена, Бартоломео дель Виано. Прекрасный воин. Фабио одолжил нам пустой склад на Изола Тиберина. Я понимаю, в Тоскане у вас были условия получше. Сойдет. Бен, тогда я пойду готовиться к путешествию в Романию. Скоро мой народ снова обретет свободу. Предлагаю разработать план борьбы с Борджи. О, ты думаешь, мы готовы к такой атаке? Си. Ты знаешь, куда солдаты Борджи отвели Катерину Сфорца? Что? А знаешь ли ты, что Борджи захватили яблоко Эдема? Как мы могли потерять яблоко? Значит, ты не знаешь о действиях наших врагов. Здесь есть хотя бы подполье, с которым можно сотрудничать? Вряд ли. Наши наемники ведут войну с французами, союзниками Чезаре. В борделе, который посещают кардиналы, есть наши девушки. Но их мадам предпочитает веселиться на балах, а не помогать нам. А городские воры? У них есть гильдия? Си, но они отказываются говорить с нами. Что ты будешь делать? Заведу новых друзей. Vi prego, messere, per i miei bambini. Перерыв. Я очень занят.
Мне некогда болтать. Я занята. Эй, как дела, бамбино?
Thank you.